Короче, я выехать не могу, поэтому давайте так, спускайтесь. Друзья, всем привет. Приехали потоптать последний снег. У нас вчера было тепло, и ближайшие дни тоже что-то там до плюс 14, да, да? Вроде бы. Вот. Но сегодня у нас плюс 2, в ночь минус. Грязь, мы приехали, но горочки очень скользкие, уже попробовали. Я стравился до 0,3. Да, до 0,3. Я однерку сделался. Единица, 0,3. Мы там вначале попробовали, но вы видели изначально, с видеорегистратора запись будет. Сейчас мы покатаемся по горочкам, посмотрим, какая резина, травится, не травится, шипы, МТ и прочее, да? Да, и еще и нарезана самодельная резина. Да, еще и нарезана. Ну все, мы погнали. Первый, кто у нас поедет в горочку, Николай, здорово. Приветствую. Надо заехать, ребята, нам вот на эту горочку. Мы уже пару раз попробовали. Сейчас посмотрим, как поедут у нас импортные автомобили. Так, по резине у тебя, смотрю, шипы. Шипы 255-60-18, травился, 2,2. 2,2, да? Вот подключил передний нос и дифференциал. Передний. А задний включается отдельно? Задний пока включать не буду, лайк не включается. Так, ну что у нас, как видите, шипованная резина, 2,2 очка накачанных, и автомобиль у нас не поехал. Пыточка номер 2, поехали. Вот сейчас уже поинтересней пошел. Молодец, заехал. Сейчас у нас Невасик, давай по Ниве. Ну, заводское занижение, то есть троечная мостатая, и лифт, больше ничего. Ну, и резину тоже я перевел. Ну, резина у тебя пошире. 225-70-16. Все, пробуй. Хорошо, заехал. Молодцы. Патриот стандартный. В переднем мосту самоблок Риштехно, в заднем мосту Риштехно. Резина зимняя, шипованная. Ну, стандартный размер, да? Да. Как поедем? Заблокирован на пониженный. Поехали. Переключился. Потерял, я думаю, не сможет заехать. А как я и предполагал, скорость потерял. Воткнул неправильно передачу и, к сожалению, не получилось у нас заехать. Используем динамический трос от компании T+. Это, между прочим, самый дорогой трос, мне кажется. Я его покупал за 5 или за 6 тысяч рублей. 12 тонн, 9 метров. Ну, вещь классная. Была возможность, приобрел себе такой. Третья пониженная сразу. Посмотрим. Что-то как-то не фартануло опять. Третья попытка. Хорошо, хорошо, но боюсь, не заедет, ребята. И как он справится с этой ситуацией? Тут, знаете, как опасно. Рулем лево-право машина может пойти боком в неприятную ситуацию. Легко попасть. Молодец, справился. 2 метра отступили от заданной полосы. Блин, опасно, ребята. Вот я 100% даю, если бы человек стравился, у него получилось бы заехать. Невасик стартанул. Мне кажется, зайдет. Тоже, между прочим, колеса он не травил, но получилось заехать. Так, вот у меня
давление 0,5, я травился, 0,5. Нержевое заблокированное, два самоблока, на третий пониженный, занижение 3,07. Третье пониженное, прям вот еле-еле, то есть обороты не давал крутить, но получилось. Резина, я скажу, лютая резина у человека, полусликовая, да? Да. Давай в двух словах про мотачку. Стоковая полностью, ничего лишнего. Так, ну тогда бери разгон побольше. Разгон побольше и газ побольше. Да. На второй пониженный, да, поедешь? Ну, пробуй. Будем пробовать. Давай. Разгон берем. Намного больше. Ребята, мне кажется, он не заедет. Ты смотри, что на лысой резине. Вот красавец. Нивы пока рулят у нас. Молодцы. Патриот у нас травился чуть-чуть. И боком-боком пошел. Ну как так, ребята? Травленный. Зима, шипы. И не едет. Самоблоки у него там какие-то стоят. Или вес, или масса играет роль, не знаю. Хотя Митсубан заехал у нас легко. Переключился нормально, пока пошел. Получается как бы в натяг. Должен. Вроде бы все сопутствует. Опять на том же месте, ребята. Или больше травиться надо человеку. Но, к сожалению, Патриот пока у нас не заезжает. Уже метров 10. Старт начинает. Ох, ребята, сейчас опасно. Ушел с траектории. Встал на пике. Это сейчас опасно у нас получается. Как он будет съезжать? Сейчас получается у него, что если он даже будет спускаться, то по любасу в овраг съедет. Зацепили. И пытаемся его отбуксировать повыше, на горочку, дабы не было беды, как говорится. Привет, рассказывай про машину. Грязевая резина, не травился, 2 очка. Блокировок нет. Никаких. Эмоции-то есть? Эмоции есть. Ну все, вторая пониженная, газ полас. Да, попробуем. Да, от полосы мы уже не едем, отступили метров 10, да. Поэтому надо ехать. Попробуем. Как-то слабенько. Ну слабенько. Нет, он не заедет. Синяя лопата ему не даст. Или заедет. Вот так вот. Почти без разгона у Невасика получилось на грязевой резине и не травленный. Красавец. У нас второй Патриот. Здорово, рассказывай про машину. Полный сток. Полный сток. Зима, шипы. А давление? Единичка. А, единичка. Автомат, механика? Механика. Защищает честь у заводов. Вот, пожалуйста. Стоковый Патрик заехал. Давление 1. Рассказывай про машину. Да что ты рассказываешь? Все то же самое, что и было до этого. Ну, многие же не знают. Сузарадео 6-3-2. Все. Резина липучка. Липучка зимняя. Травился? Нет. Попробуем, посмотрим. Давай. Ай-яй-яй-яй-яй, как. А вот он зря бросил. И я фокусом поиграл как раз. Зря бросил. Надо тоже спасать. Привет. Привет. Рассказывай про машину. Мотор BMW 57. Резина зимняя, Dunlop. Травился? Нет. Ну, там где-то 1,5 шкачка. Понятно. Машина как называется? Nissan Patrol. Все, поехали. Попробуем. Почему говорил опасно? Видите, там овраг. То есть машина может упасть у нас в овраг. Дорога идет, она не прямая. И ноги в поворот не входят. И машину сносит. Что-то слабенько.
Надо больше разгона. Жень, спускайся, надо больше разгона, Жень. Так, патрульчик погнал. Скромно, как-то скромно. Вот, видите, в бок уносит машину. Давай, Женя, давай, давай, давай. Молодца, молодца. Молодца. Все получится. Красавец. Ура, ура. Все, мы все заехали. Как бы здесь не провалиться нам. О, нормально. Здесь уже снег мокрый. Я дорогу пробил. Говорю, у меня до 0,3 резина травленная. Здесь самое главное, нету возможности разогнаться. Две таких ямки хороших. Поэтому разогнаться возможности нету. Я туда даже не доеду. Здесь липучка. Глубокий. Не хватает чуть-чуть. Вот тоже интересно. Я на МТХе, но правда травленная, пробил дорогу и получилось заехать. У ребят почему-то как-то сложновато. Давайте еще раз посмотрим с большим разгоном. Давай, 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 давай. Ну как так осталось? Буквально тут пару метров. И все, липучка скользит и не едет. Пытается раскачать. Получается, молодец. Что значит нейтральная резина, ребята? На себе убедился, травиться это вещь. Что грязь, что снег, надо травиться. Давай, давай, давай. Все, заехал. Молодец. Вот смотрите, 225-я резина. Травленный до единицы. И намного легче зашел. С того же разгона. Ну тут масса, конечно, роли играет, тяжелый. Колейность, конечно, не та, от них отличается. И сейчас они внизу намесят, и сюда уже, наверное, никто не заедет. Берем побольше разгона. По колее не пошел, бесполезно. Накатывает, только накатывает.
Все, уже внизу лед накатали, мне кажется, тяжело. Пробуем. Тоже тяжело. Вот, накатает, сейчас заедет. Ой, чуть левее, нет. Все, 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 зайдет. Да я думаю, зайдет. Красавец, красавец. Молодца. Отлично. Пока нет. А резинка-то смотри, какая у него крупная, да? Серьезная резина. Молодца. Вот тоже нетравленная МТХ. Вторая пониженная переключается на третью. Газ палас держит. Это мало, да? Ты самый первый, наверное, увазишь. Да нет, он даже не орет машину. Патриоты. Ох, как хорошо, прям мягенько, мягенько зашел. Вообще красавец. Легко. Такой же патриот, но с блокировочками. Но тоже, смотри, легко. Сбросил даже и спокойненько заходит. О, газа пошли нормально. Нет, смотри, закидывает, но все равно уже повыше. Вот, давай. Все, зашел, наверное, да? Красавец! Отлично! Первая повышенная, смотрим. Но нет, у него резины нету, просто там она лысая у него. 51 раз. Уже разгон конячий. И не хочет. На улице. Да, конечно, прилип. Я тут тоже пару раз проехал и все. Единственная дорога, это нам проехать, то через канавочку, как здесь дорога есть. Посмотреть хочу, вообще поедем мы здесь или нет. Например, до сюда мы дорогу дотопчем, а что дальше? Что дальше? А здесь ведь можно и машину потерять и утопить. В принципе, можно, наверное, попробовать. Вот смотрите, ноги с газа убрал, занижение 3.07, первая пониженная, бирюсевой заблокированный, 900 оборотов, автомобиль сам катится по снегу, чуть больше газ даешь, автомобиль сразу садится. Занижение — это вообще тема, мне очень нравится. Еду спокойно, автомобиль сам накатывает дорогу столько, сколько ей нужно. Не успевает провалиться, просто вот катимся. Ну, красота, ребята, просто красота. На самом деле тут полметра, чуть больше газу и все на этом. Просто тонешь. Жень, ты себе накатай чуть-чуть? Ну, решили, вроде хотели уехать, ребята говорят, нет, не поедем. Давайте все-таки попробуем пробить. Колея получается. Вот, сейчас мы... Сверху, тут да. Высокий такой колея, который приезжал уже давно. И сейчас попробуем. Сейчас трос мы почти не отвязываем. Колейный сейчас нам набьет. Патриком раз, выдернем. Сейчас будет самое интересное. Да, диагонали сильно, конечно. Решено здесь не проезжать, потому что сами понимаете. Все. Меня слышно, понимаете? Ёлы-палы. Ах.
глубоко, и мы здесь не поедем. Решено дальше не ехать, так как стало подмораживать. Сверху корочка образовывается, но машина проваливается. Очень сложно выбраться. Глубоко, по полметра примерно. Решено поехать назад в этот овраг. Там попьем чайку. И там патриот забуксовал по рации, вышло, говорит, не могу выехать. Поэтому спускаемся, разжигаем самоварчик и попьем там чайку, погреемся, потому что полные сапоги. Ехал патриот, говорит, застрял, вот мы приехали ему на помощь, потому что не Васик, он на лысой резине пытается выдернуть. А мы с помощью лебедки его, наверное, поможем. Но здесь, во-первых, и глубоко, яма такая серьезная. О, красавца. Все, выехал, молодцы. Хватает. Хотя, говорю, такая грубая резина у него. Но я так смотрю, она у него не травлена. По другой траектории. И двигателя не хватило у нас. И все, и встал. Вроде и травка, а бесполезно. Это показывал. Катится быстро. Ох. А глаза какие, пацанов. Вы что, двери открыли? Запах пошел в салоне. Попробуем заехать на другую горочку. Не вот на эту, а вот сюда попробуем заехать. С вами легко, просто как в сказке залетели. На эту горочку с вами закатимся, надеюсь. Все, забрались. Итак, что, выводы какие у нас получают? Травить колеса обязательно. До 0,5 грязевая резина травится, вообще супер, едет, как сами видите, даже по плотному снегу, накатывает в горочке. Заезжаем с вами. Занижение в раздатке, тема хорошая. Самоблоки, вот сейчас у меня стоят АВТ, что перед, что зад, впереди совершенно новые поставили, блокируется очень быстро, мне нравится. 50% успеха – это резина. Грязевая, МТХ, отравленная, все едет. Не Васик, длинный. Сегодня показал, ну, в принципе, неплохой результат. Только из-за того, что есть, наверное, самоблоки. Наверное, то, что есть занижение. И то, что травлена резина. Как видели, патриоты у нас, те, которые не травились. К сожалению, очень тяжело им было заехать. Не Васик, Шевик последний. Хотя у него и заварка в заднем мосту. Грубая резина тоже почему-то у него не получилось заехать.
холодно, что-то на улице минусовая начинает поддавливать, даже снежок падает. Вот, сейчас мы в горочку заедем, я не спеша попробую заехать на первой пониженной. Бережсело я заблокировал. Посмотрим. Травленный до 0,5. Посмотри, заехал спокойненько. Интересно. Сейчас других ребят посмотрим, кто как заедет. УАЗ Хантер, да, у нас такой злобно выглядит, красиво, широкие колеса, а почему-то не едет. Третья попытка. То ли колесики крутятся, а не едет. Набрал хода и поднялся просто-напросто хода. Очень много таких низинок. Внизу грязь, вода. Сейчас у нас около ноля примерно, но очень сложновато. Да, ни вперед, ни назад. Остановился и трассовая. Вадик, сила! Сила однозначно, молодец!
Патриот на трассовой резине показал отличный результат. Но правда он стравился. Говорю, вот даже на шоссейной резине, если ты травишься, то автомобиль едет очень неплохо. Никаких блокировок, но, естественно, он чуть-чуть повыше. Я еду на пониженной, как бы двигатель сильно не насилую. Все, наверное, приехал. Надо будет чуть-чуть поддернуть человека. Глубоко. Но скажу, что бьет неплохо. Именно вот по такому снегу надо потихонечку. Прям потихонечку. Я после Патриота стал проезжать. Кое-как она, знаете, как бы раз на снег заехала и поехала. Патриот газует сильно и тем самым зарывается и прорывает сильно колейность. И вот здесь я ехал, тоже пританул. Сзади вот смотрите. А, Ванька, ну стоковый, не Васик. По моему следу. Я вот, говорю, ехал потихонечку. Натравлен на резине, как бы дорогу, видите, набил и спокойненько. А сзади меня уже автомобиль проваливает. Потому что, ну, слабо травленный. И вторая, третья машина, и колея образуется вообще жесткая. Ванька, у тебя какое давление? Сейчас. Полтора. Ну ты чувствуешь за мной, да? Да. Не едешь. Пробуксовну упала. Да, вот ими надо потихонечку. Ну, вот видите, Иван говорит сам. Чуть, говорит, газу больше дал и все, и закапывается. Ну не знаю, по такой колейности теперь надо доехать до меня. И меня надо будет немножко сдернуть. Так как я первый пробиваю на данный момент дорогу. Недалеко уехал. Стартанул. Говорю, надо потихоньку. Все, повис. А самое интересное, у тебя ты видел, как мост стал? Мост сзади вот так вот стоит сейчас. А здесь яма. Ну, яма. А что ты стартанул опять? Ты полностью вывесился. Вот, смотрите, после второй машины что происходит. Ох, утонул. Надо было катать. Слушай, конечно. У меня получается только эта сторона уперлась. Подкопать и я выйду. Но когда есть сзади машина, то можно меня и вытащить. Я пока все-таки пробиваю первый. А на буксире Нива сзади Ваня. Ну то он меня, то я его. И так вот в цепочке ведем. Только потихонечку. Вторая пониженная, вот 2000 оборотов. Снега, как видите, очень много. Сейчас здесь, там притонем. Не знаю. Прям. Ой-ой-ой-ой-ой. Ничего, пока идем. Все ломаем, как на Титанике. Неплохо, неплохо. Я сегодня прям доволен своим Невасиком. Очень доволен. Плохо сегодня идем. Сейчас будет уже спуск. И надеюсь, доедем до другого подъема интересного. Растянулась колонна у нас сильно, потому что пробивать одно, потом вторая машина, третья машина накатывает, и получается очень такая серьезная колея, где многие просто не проезжают. В том числе и я сейчас засяду. Опять вот, наверное, вода, лужа. Под снегом ничего не видно. Вообще нормально. Вань, как маршрут у нас? Тяжеловато за тобой ехать. Результаты начинаются разные. Ну да, не, я на второй подержанный потихонечку. А у меня на второй она... Я смотрю, да, у тебя фонари. Не хватает. Глохнет, да? Ты уезжаешь. Но... А так, в принципе, неплохо. Сейчас у нас тут... Друг друга дергали. Нет, вот это вот удобно. Мы зацепились, то я, то он. И так потихонечку дергали. Смотри, как мы растянулись. В принципе, никого нет. До сих пор там сейчас. Да, и самое главное. Одни Нивы, да? Смотри, первые у нас одни Нивачки.
И ВАЗики один. Вот так. ВАЗик пустить. Ну да, тяжело, конечно. Вот Хантер у нас. Ну что, решено потихонечку спускаться. И ребята, пока мы до той горочки доедем, разведаем. Ну и ребята подъедут. Главное, чтобы во враг никуда не снесло. По снегу-то не снесет, а вот по грязи, да. Но я решил первый. Спускаться, как говорится, не заезжать. А такая горочка затяжная, интересная. Не, без проблем. Вот на эту горочку сейчас мы с вами попробуем заехать. Тут вот вниз, я не знаю, снега сколько надуло. Нет, а я думаю, мы здесь с вами не проедем, ребят. Посмотрим, он повыше, как бы. Я думал, что здесь снега, ну, наверное, метр. Снега здесь метр. Сейчас мы его лебедочкой постараемся вытащить. Лапти большие. Ребят, здесь вот на самом деле, потому что летом мы когда приезжали, вот так вот было. А сейчас, смотрите, снег как лежит. Потому что вон ручеек и вода. Я думал, что здесь вода. Давай посмотрим. Сейчас возьмет и проедет. И утрет там всем нос. Ну или мне надо было в том. Ну неплохо. Смотри, какой красавчик. Молодец. Все. Вот про что я и боялся, про что я и говорил, что внизу вода. Ёх ты! Меня заякорили, сзади шевик меня заякорился, только тогда начали его вытаскивать. Когда один стоял, моего веса не хватает, чтобы его выдернуть. Приходится якориться. В принципе, мы потянули, вытянули. Парни, я решаю, надо ехать назад, потому что, ну, вперед мы все равно не проедем. И там ребята сидят. Я думаю, нам назад еще долго ехать. Как считаете? Давайте попробуем. Назад, назад поедем. Да. Как раз вот эта горочка интересная будет. Ну все, решено, едем назад, да? Да, назад поехали. Все, колонна подъезжает. Подождем, спросим, какие сложности у них были. Че так долго ехать? Патриот Виноват патриот, который на лысой резине? Да. На летней? Да. Вот этот, наверное, да? Да нет, что так, мы нормально ехали. Да не, они молодцы. Че ты расскажи, какие проблемы? Все в порядке теперь? Нет, а говорят, там стоял-то, буксовал долго. Немножко проблема? Большой сугроб врюхались. А, то есть это виноват не водитель, не машина, а сугроб, да? Так? Не, надо было не съезжать с колеи, а ехать. Ну, понятно. Не, ну вообще, достойный оборот. Я говорю, на летней резине, в принципе, да, у тебя? Летняя, обычно. Да, летняя резина, стравил соединиться, да? Да. И автомобиль поехал. Ну, я согласен, да. Ну, ребята, все приехали. Потери у нас нету. Разворачиваемся и едем обратно. Уже как бы вроде бы натоптано, но не знаю, сейчас посмотрим. А так мы разворачиваемся и едем назад. Вот смотрите, уже как разбили дорогу. Сколько у нас? Машин 10 буквально. И уже дорогу разбили. Мороз крепчает, чувствуется где-то минус один, наверное, уже есть. Уже 6 часов мы в пути. Но мы, как говорится, полны энтузиазмом, едем, проводим время, вступайте в наши ряды, переходим в телеграм-канал, называется Нива007, все вот эти, все вот эти видео, фотки вы увидите первым. Но сегодня все это подморозит, а последующие дни у нас плюс 10, плюс 14 днем, то есть потечет, ну, снег, наверное, до следующих выходных снег, наверное, весь сойдет, потому что будет, ну, высокая температура.
вот там, где Патриот сидит, там я изначально просто-напросто сел. Но он, смотрите, сколько прошел и в том же месте застрял, где и я. Ну, сейчас Шевик его поддернет. Ну, молодцы, пацаны, молодцы. В такие места заезжали на летней резине. Вот. У вас тема, конечно, молодец. Вот это вот у меня 0,5. Я отравил 0,5. Смотрите, какие пятачки хорошие.